поэтому наша сегодняшняя тема, то, что была, в чем польза чтения? Поднимает настроение. Поэтому мы должны с вами поднять себе настроение, спеть весело. Пожалуйста, никто не сидит с серьезными лицами, потому что здесь мы просто отдыхаем, изучаем разговорный русский язык весело и интересно. Как вы думаете, через песни можно изучать разговорный русский? Да. Можно. Ребята, большое вам спасибо за общение. Всего хорошего.